Как вообще лето провел? Лето? Лето, да, обычно, как и последние, я не знаю, лет, наверное, 10. Игры, тренировки, тут ничего как бы не придумаешь. Даже те выходные, которые можно было бы куда-нибудь выехать, там, но сейчас в нынешней ситуации в мире никуда и не выйдешь. Поэтому все, дома отдыхал выходные, тренировочные дни тренировался, в игровые играл. Все очень логично. В заключительные летние выходные нас ждет столичное дерби. Как вообще тебе матчи против Минска? Вот чем они такие запоминающиеся для тебя? Атмосферой, может, чем-то еще? Ну, я бы не сказал, что они там сильно для меня как-то выделялись. Все-таки это соперник, как и многие другие. За него даются 3 очка, поэтому готовимся только на победу и хотим после вот неудачного матча в Гомеле реабилитироваться и перед болельщиками, и как бы, ну, глядя в турнирную таблицу, нельзя терять очки, поэтому в субботу ждем только победы. Вообще, насколько тяжело перестроиться после матча с Гомелем? Что, по-твоему, там пошло не так? Вот, так. Ну, всегда после матча, который проигрываешь, хочется, наверное, быстрее следующий матч, чтобы как-то забыть проигрыш, получить в новом матче какие-то положительные эмоции, победить и проще перенести ту встречу. А там, ну, не получилось, сложно так мне, наверное, сказать, но не получилось забить больше, чем Гомель, наверное. Моменты были, но, к сожалению, не реализовали, где-то фортуна, наверное, от нас отвернулась. А Гомелю, можно сказать, повезло, хорошие голы забили, и получается, Гомель в тот вечер оказался сильнее. Тут уже надо побыстрее, наверное, забыть эту игру и уже так целенаправленно подготовиться к игре с Минском, чтобы эта неудачная серия сразу же и закончилась. Ну, настрой на Минск боевой? Да, полностью. Сразу после Минска отправишься ты еще наши 3 футболиста в сборную, 3 матча, непростые соперники. Как вообще ждешь матча сборной, настраиваешься тоже, готовишься? Ну, понятное дело, что матчи сборной – это такие какие-то международные матчи, которые, ну, для футболиста это интересные матчи. Тут как бы думать уже буду, наверное, после игры с Минском. Отыграем с Минском и буду готовиться в сборной, но ждут, наверное, очень хорошие матчи с очень хорошими сборными, на фоне которых можно как-то проверить себя и постараемся навязать какую-то борьбу и чехам, и Вольсу, и бельгийцам. Мне говорили правила, занесите.